四路千年，跨越古今，在这条古老的道路上，不同民族文化文明相互交融，相互滋养，共同书写了绵延万里的辉煌篇章。随着一带一路画卷的渐次铺展，朱欧班列陆海新通道为这条古道注入了新的灵魂，而我正是这条路上的常客。我来自通用技术中国医药，我在乌兹别克斯坦做手套。来都来了，那就来我们的手套工厂看看吧。Данную линию мы привезли с Малайзии благодаря компании China Mexico. Это самая большая линия в Узбекистане. И первым мы установили такую большую линию по производству смотровых и хирургических латексных и нейтриловых перчаток. И производительность в день больше 500 тысяч пар перчаток. Дело в том, такие большие линии построятся в протяжении от 6 месяцев до года. Благодаря вот компании Mexico нам удалось вовремя привести, хотя был трудный момент с пандемией, как установим 22 тысяч формы перчаток, мы можем уже начать производство на этой неделе. 手套虽小，可我们也是实打实的跨国企业。除了中乌两国的工作人员，我们还有来自马来西亚的工程师，负责原材调配和使用。毕竟中亚国家是没有橡胶原材料的，从原料工艺到生产技术、质量控制、出厂配送、医生使用反馈，每一个过程做到最好，才是最好的手套企业。支援乌兹抗疫，当然不止手套，我们还通过新丝路号中亚专利给乌兹别克斯坦带来了急需的各类药物，保证了当地药厂的正常运转和抗疫用药的需求。По реализации данного проекта мы искали партнеров и нашли, поговорили, к нам навстречу пошла компания China Mexico, которая без никаких проблем предложила свою помощь, сотрудничество. Помощь сложилась в том, что они, несмотря на трудное время, смогли нам найти партнеров, которые были готовы поделиться своими технологиями. И они нам помогли реализовать этот проект во время пандемии, который мы уже вот построили. Спасибо вам, узбекский рахмат. 旧邦新命，古道新城，一带一路承载着沿线的人民对于美好生活的向往。一个个在路上奔波的我们，将这份向往照进了现实。因为有了这座小小的手套工厂，踏实干的小镇青年有了回乡工作的机会，乌兹的医用手套也不再受制于人。还记得刚踏上这条路的时候，只觉得沿途风景秀丽，后来才发现，我们这代投身一带一路建设的中华儿女，也是一带一路上的好风景。